Где же наши нерфы? Кто же их украл? Интересно, кому же наши нерфы нужны? Пойду-ка с Сашей подумаю. Наверное, придумаем что-нибудь. Саш, как думаешь, кто же украл наши нерфы? Как же интересно. Как думаешь, как найти этого человека? Да я не знаю, как его найти. Мы же не видели его. Что ж придумать? Надо же возвращать наши нерфы. Да, как-то скучно без нерфов. Без их совсем плохо. Надо срочно искать способ, как их возвращать. Саш, ну где найти человека, кто их украл? Помнишь, мы у ребят просили, чтобы они написали в комментариях, может, они видели, кто украл нерфы? Да, щенок! Саша, я нашел это видео, где должны быть комментарии про нерфы. Иду, как иду. Почитаю комментарии. Саша, читай, смотри, что тут написано. Папа вор, он украл, пока вы были на улице. Да, это папа забрал. Папа забрал нерфы. И тут написано, это папа забрал. Это папа все забрал. Тут все пишут, что это папа забрал. Это он так нам мстит, то, что мы везде патроны разбросали. Все, сейчас мы ему отомстим. Как, Саша, нерфов же нету. Да, Арсений. И возвращать нерфы нечем. Это папа забрал. Папа украл. Ох, этот папа. Арсений, я же вспомнил то, что мы когда ездили к Сене и Кириллу, мы играли в нерфы, у них были нерфы. Давай сейчас позвоним Кириллу и попросим у их нерфы. Давай? Давай. Пошли. Я сейчас телефон принесу. Вот, сейчас позвоним им. Алло, Кирилл, привет. Ты уже пришел со школы? Хорошо, у нас тут такая проблема. Мы узнали то, что папа украл наши нерфы. Ты можешь нам одолжить свои нерфы, чтобы мы свои отбили? Спасибо большое. Сейчас мы к тебе подойдем. Пока. Саш, ну что, даст Кирилл? Да, сказал даст, не проблема. О, это круто. Пошли собираться. Пошли. Ну давай, Арсений, поехали быстрее решать этот вопрос. Давай. Хорошо, теперь с этими нерфами мы точно наши отвоюем нерфы. Пошли. Все, пошли к папе. Дадим. Сейчас мы точно отобьем наши нерфы. Это хорошо, что хотя бы у Кирилла нерфы есть. Осталось Саша папу подождать и врасплох застать. Да-да, именно врасплох было бы хорошо. Надо в зале притаиться. Так, надо один взять домой на всякий случай. Да ладно, самый маленький возьму, хватит. А все это там в багажнике, пусть все тут лежит. Так, где же спрятаться? Саш, давай за диван, там нас точно не увидят. Давай. Да, надо его подкараулить. О, слышишь, идет. Ага, слышу, ключами открывает. Еще свет горит везде. Пацаны, вы дома? Уже вроде дома должны быть. 6:00.
Красота, красота. Ой, никаких пуль, обоим, нёрфов разваленных, ничего нету, класс. Посижу, в Клэш-Рояль потренируюсь. Саша, давай, хорошо, давай. Эй, вы чё, оборзели? Нёрфы где взяли? О, уже комментарии начитались, наверное. Где эти нёрфы могли взять? Не скажем, где взяли, но знаем, что ты забрал наши нёрфы. Стреляйте, 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 у меня пули будут запасные. Получай! Получай! Где же они нерфы взяли? Такие нерфы, как у Кирилла были. Стой, Арсений, не стреляй! У папы же всего лишь Дон Страйк. Он стреляет 6 пулями. Когда мы стреляем, он наши пули подбирает и стреляет. Давай не будем стрелять, а выглядывай, чтобы он у нас стрелял. Его пули быстро закончатся. Давай! Я вытащу обойму, чтобы только звук был. Хорошая тактика у нас получилась. Саша, видишь, 3 маленьких прилетело, осталось 3 больших. Ага, видел. Ё-моё, только бракованные остались. Да чё у них патроны не летят? Они стрыкают. Ё-моё. Этот вообще никакой. Все патроны уже никакущие, ёлки. Во, попал. Я с Сашей идем за падение. Кидали сюда плохие патроны. А сами пстрыкали затворы. А я повелся, елки-палки. Сдавайся, папа. Как ты все ёрфы украл? А ну-ка возвращай. Арсений, пошли нападать. Сдавайся. Сдавайся. Ха-ха, что ты дергаешься, Арсений? Пью! Я вас так проучить хотел, а ничего не украл, а в гараж вывез. Ясно? А теперь возвращай их домой. Да-да. Чтобы все нерфы были дома и на руках. Хорошо, нерфы будут. Ну вот, а то еще отстреливается, сразу бы вернул. Ну что это я без боя вообще должен сдаваться? А вообще, где вы нерфы взяли? У Кирилла? Я так и понял. Только у него такие были. Эй, ладно, сейчас нерфы ваши верну. Да побыстрее. Ах, опять эти нерфы возвращать им. Еще и развесить их надо будет. О, я им обещал нерфы вернуть, я нерфы верну. Только без обоим и без патронов. О, так обоймы ж в отдельном пакете. Я их вообще, они все на складе, я их даже не брал. Супер! Ничего менять не надо. Этот дабл-брич.
этих здоровая потом вторым ходом принесу. Ну так еле утащишь. Хорошо, хорошо, Арсений, хорошо. Свободны. Ура! Не заметил. Честно, мне надоело их развешивать. Интересно, много времени их займет понять, что пуль нету? Посмотрим. Пацаны, все, ваши все мертвые я развесил. Идите, забирайте. Ух ты, мертвый, прям все на месте. А что, ха, давай сразу у меня поиграем. Давай. Стой, а где же все пули? Иди на обоймы тоже нету, где? А где сложки, обоймы и прицелы? Папа в Роблокс играет. Где же наши пули? Режим дурачка включен. Не знаю. Где наши обоймы? Где пули? Где сложки? Где прицелы? А мы только на нерфы договаривались. Я свое обещание выполню. А вот хотите получить? Я вам придумаю задание, а пока денек-другой побудете без всего. Эй, как мы играть в нерфы будем? Мы умрем от скуки! Вы все равно за собой не убирали, поэтому подождете еще пару дней. Все, дайте я найду себе игру поинтереснее. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, ребята. Ну а как, вернут они себе патроны обоим или не вернут, смотрите в следующем видео. Пока!